Яна Кошкина, актриса, прославившаяся благодаря юмористическим шоу и эпатажными ролями в сериалах. Девушка с эффектной внешностью, несмотря на устоявшийся образ, столь приглянувшийся зрителю, считает себя драматической актрисой и мечтает о роли Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот». Личная жизнь Яны – публичный человек, она любит появляться на различных вечеринках и культурных мероприятиях. Не несмотря на свою публичность, все, что касается личной жизни, остается тайной для коллег и поклонников. Судя по некоторым источникам, у девушки есть гражданский супруг, имя и личность которого она не афиширует. В Инстаграме среди множества различных фото звезды его также не отыскать. Зато по фотоленте актрисы можно узнать, что она является крестной мамой и что в ее сердце значительное место занято ее любимым котом Тарасом. Многие поклонники интересуются, как выглядит актриса без фотошопа. Можно с уверенностью сказать, что и без макияжа Яна ухоженна и красива. Когда публичная личность закрывает на замок свою личную жизнь, это приводит к порождению всевозможных домыслов и приписыванию различных романов с не менее известными личностями. Особенно это неизбежно, учитывая привлекательную внешность Яны Кошкиной. Так, в 2016 году ей начали приписывать роман с Игорем Крутым, который не был ничем подтвержден. Затем в 2019 году поползли слухи о ее тайной связи с Гариком Мартиросяном, который якобы не только подарил ей квартиру, но и является отцом ее будущего ребенка. Информация позже была опровергнута Яной. Кошкина признается, что ей нравятся умные мужчины. Хотя достаток его не столь важен, но заработок ее мужчины не должен быть ниже ее. Девушка объясняет это определенным уровнем жизни, к которому она привыкла. Яна много времени уделяет спорту, что видно по ее фигуре. Она придерживается активного образа жизни, занимается саморазвитием и любит путешествовать.